Могилевские вучни собираются повторить подвиг обороны Могилева. 28 червня навученцы агролесотехнического колледжа другий раз запар зладить реконструкцию одной из знаковых подей червня 44-го. Перейдут Днепр и возьмут немецкое умацывание в районе Буйничау. Могилевские вучни пройдут шляхом, яким шли до вызволения города лейтенант Иван Мяльно и его рота. Идея реконструкции возникла не без подставно. На территории колледжа досюль заховались контуры немецкого оборонного дота, одной из трех линий оккупационного умацавания у Могилеве. Колледжу спотребилось меньше за год, каб обновить картину минулого. Допомогли архивы, интернет, особистые встречи со сведками подей. Буйницкий дот, долготерминовая огневая кропка, побудова, якая может оказывать сопротивление довольно долго. Место в час войны звышзручное, усе нібы на долоне, тому покидать их у немцы, вядома, не збирались. Иван Мяльно со своим отрядом за 23 годины прошли на плытах Днепр, сгубили полову человек, сдолили дойти до дота и литерально выкурили оккупанта из умацавання. Шляхом героя могилевские вучни пройдут под грукот выбуху, импровизованное минное поле с колючим дротом, как показать ворожую могутность, а з ёю упартость солдата у нашей армии веру в перемогу. Разумение цены, якую заплатили за яе белорусы, дозволяя заховать гэту у памяти, лічыць у каледжы. Таму долучыцца да падзеі у якасці гледачоў запрашаюць і гараджан.